Ну и во Дворце книги открылась фотовыставка «Человек эпоха». Ее приурочили к юбилейной дате 85-летию со дня рождения Юрия Горячева. В экспозиции различные документы, фото и книги о первом губернаторе Ульяновской области. Материалы, их порядка 40, представил Государственный архив новейшей истории. В них отражены различные периоды жизни Юрия Фроловича. Как в бытности секретарем обкома комсомола, так и на посту главы Ульяновского района и губернатора 73-го региона. Своим знанием смог сохранить стабильность. Ну, а наша самая главная задача – всегда помнить всех тех людей, которые вносили вклад в развитие Ульяновской области, в развитие нашей страны. На мероприятие пригласили людей, которые бок о бок работали с Юрием Фроловичем. Они вспоминали факты из его биографии. Например, работу в 70-е годы, когда Ульяновск стал крупным международным туристическим центром, и более поздние эпизоды, они связаны со строительством госпиталя ветеранов и детской областной больницы, а еще проведением продовольственных ярмарок и газификацией сел. Я ездил с ним вместе по области, на дни письма, на дни животновода, и постоянно вот приходилось общаться. Он был энергичный до такой степени, справедливый, честный, порядочный. И вот этим всем этим заряжал, я у него заряжался, можно сказать. В Ульяновске выставка продлится неделю. В планах организаторов показать экспозицию в Николаевском, Кузоватовском и Ульяновском районах по задумке. Выставка должна простимулировать интерес посетителей к архивному делу и, разумеется, вновь рассказать о большом человеке.